какое-то хоть место духу есть в нашем мире? Как ты думаешь? Дух, он как везде и во всем. На кончиках пальцев. Просто есть энергетические существа, светящиеся яйца, которые в силу деградации, можно сказать, или неправильного психофизического развития совершенно оказались замкнуты, изолированы от духа. Он, и он в них есть, тем не менее. Во этих, всем в есть, этих, да, в этих людях дух, да, но да. Они настолько исказили вот свою систему перцепции, восприятия, что они бездуховны. А они ли мы? Вот как ты думаешь? Как правильно формулировать? Это ж важно. Они ли мы? Отделять себя или нет? Это может быть, наверное, несколько самонадеянно, не гордыня ли там, то есть заявлять, есть дух, научился ли душе там и так далее, громкие слова за себя говорить, так? Я бы воздержался от этого. А так они мы. Люди. Люди. Я человек, да. А и что ж делать-то? А вот прикинь, как, каково тогда тем, у кого остался коннект с духом, каково тем людям, если вокруг все в таком печальном состоянии. А похоже на то, что ты прав. Вот. И что ж делать им? Это что ж на растерзание, что ли, изначально? Да? Жить свою жизнь. Жить свою жизнь. Выкручиваться, выходит, тоже придется местами, что ли, или как? Что было, то будет, и что делалось, то и будет делаться. И нет ничего нового под солнцем. Да и под луной. Ну да.